Я, ура, доброе утро, я еду в зал не один. Он два дня будил нас. Да, я два дня их будил, точнее его. А знаете, с кем мы едем? Мы едем... Включи дворники, Валя. Не хочу. Включи дворники. Оп, скотч. Оп. Валер, что, как, нормально все? Да, жестоко. А ты что можешь сделать потеплее, чтобы было, братан? Не работает. Ну нажми. Нажимай, не ради. Ну ты потыкай минут 20, еще изменится. Блин, Безос оставил вообще. Валер, слышишь? Блин, у Пичук такой на самом деле ублюдский телефон. Ты не хочешь новый телефон купить? И мне. Тебе сами куплю. А что ты, Ира, не хочешь купить телефон? Она просто молчит, не говорит. А, крыса? Пока. Пока! Так, друзья мои, доброе утро. Лицо, попавшее под колесо трактора, здесь. Саймон говорит, я не успел позавтракать. Давай позавтракаю, хочу пурни. Вот. Ну что, брат, как завтрак? Спортивный. Так, друзья, Черная Пантера с вами. Сегодня я делаю руки, бицепс, трицепс. Делаю вначале базовые упражнения, потом делаю сеты. Что вам сказать? Смотрите, запоминайте, делайте, растите. Так, друзья, вначале мы делаем два разминочных подхода, а потом, собственно, мы приступаем к основному, к рабочему. 5 подходов по 15 подходов. Так, друзья, аллилуйя, знаете, кто пришел? Мой дружочек-пирожочек. Ну что, родники, ноги сегодня будешь делать, да, короче? Так, сегодня он делает ноги, у нас делает он присед со штангой, потом делает жим ногами, а потом переходит аккуратненько на один из кроссоверов на ноги, на подъем, на разгибание ног на квадрицеп бедра. И вот вот этой большой дылде хана сегодня. Ну что, ты готов? Так, он уже сделал два разминочных подхода по 12 повторений. Сейчас делает рабочий на 15 повторений. Попу оттягиваю, колени за носки не выходят. Родной, выходит. Попу больше оттягиваю. Так, также, кстати, многим девочкам на заметку, как делается правильно присед. Попу больше оттягиваю. Вот. Попу оттягивай. Вот. Попу оттягивай. Вот. Так, ребятки, самое главное, не забываем одевать пояс, потому что вот как раз таки он сейчас столкнулся с той проблемой, что у него начала болеть поясница. Болит она исключительно потому, что он ее не закачивает, не делает гиперэкстензию, основное упражнение на закачивание поясницы, поэтому... Ну что, родненький, ты как себя чувствуешь? Ножки дрожат. Дрожат ножки? Да. Что, у тебя еще один подход? По максимуму делать. Уже не 15 повторений, а до отказа. В курсе? И что скажешь? Это жестко. Времени нету, это ладно. Так, друзья, я понял, кого мы из него сделаем. Капитан Америка. А ну, воткнись быстро, воткнись, воткнись. Воткнись, воткнись, красава. Вот, все. Скоро пойдем спасать мир, родной. Ты готов? Да, готов. Ну что, родной, как упражнение? Лёшка, если хотите иметь большие задницы, чтобы вы установили парни, гуляйте на свидание. Так, теперь он делает жим ногами на квадрицепс бедра. 5 подходов по роднике. 15 повторений. Поехали. Сэм, брат, можешь пойти поснимать меня, пожалуйста? Почему? Настраиваешься? Да. А, все, я понял. А можешь, брат, обрыгаться прямо вот тут? Вот прямо вот тут обрыгаться. Так, медленнее делай, качественнее, родной. Ты что? Куда торопишься? Куда торопишься, скажи мне? Да. А? Да. Как куда? Хочешь побыстрее накачаться? Нет. Побыстрее не получится, брат. Вот. Подъем.
Все, последнее упражнение. Разгибание на квадрицепс бедра. Давай, качественнее делай. Скоро у тебя будут не ноги, а копыта родной. Копыта! Давай, давай, давай. Не-не, медленнее, медленнее. Поднимай. Медленнее спускай, медленнее, медленнее. Поднимай. Зафиксировал на секунду? Оп, медленнее, медленнее, медленнее. Поднял? Зафиксировал? Медленнее, медленнее, медленнее. Вот она работа. А то, что ты делал, это шляпа какая-то, родной. Давай, давай, давай. Так, ребятули, тренировка получилась, конечно, не настолько интенсивно, как хотелось бы, потому что параллельно приходится еще кого-то тренировать. Но покажу, что я делаю после тренировки, ту самую заминку, о которой говорил. Вот, после тренировки рук нужно обязательно растянуть все мышцы, чтобы, собственно, не стать таким деревянным, как я, друзья. Если не хотите быть деревяшками, как я, то обязательно делаем заминку. Что на бицепс, что на трицепс. Находите для себя нужную амплитуду, чтобы растягивать ту самую мышцу, которую вы качали. Вот и все. Так, давай, делай, делай. Если хочешь стать капитаном Америкой, делай. Если не хочешь быть вот как тот дрищ, то стопудово нужно делать. А то если не будешь делать, то помимо того, что как тот дрищ станешь, то еще и полысеешь, нужно. Стопудово. Ну че, как? Иди, иди, иди. Бедолага. Где хомух? Все хорошо, значит. Ну что вы, сонные люди, нормуль все? Тренировка, значит, хорошо прошла. У тебя как, нормуль все? Я тут посижу пока. Посиди, на, хапни. Спасибо. Протик родной. Давай, после тренировки протеин, самое главное. Спасибо. Давайте, все, погнали. Что вы сели-то, ну гоните, что ли? Почему я один на заряде, пацаны, не помню. Давай, 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 давай. Подъем, подъем, подъем. Старый, такси приехало. Ну? Ждет уже такси. Ждет. Ну что вы, сонные люди, нормуль все? Тренировка, значит, хорошо прошла. У тебя как, нормуль все? Я тут посижу пока. Посиди, на, хапни. Протик родной. Давай, после тренировки протеин, самое главное. Спасибо. Давайте, все, погнали. Че вы сели-то, ну гоните, что ли? Почему я один на заряде, пацаны, не помню. Давай, 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 давай. Подъем, подъем, подъем. Старый, такси приехало. Ну, ждет уже такси. Ждет. Тренировка, ну, прошла успешно. Я не знаю, как завтра будет вставать. Честно. Значит. Ты, наверное, хотел сказать, я не знаю, как тебя отблагодарить. Крепко мужскую руку пожать. Ну, малаха развел меня просто. Нет. Бесплатно потренировался. И все. И соскакиваешь, да? Спасибо большое. В гости позовешь хоть на чай? На день рождения. О, на днюху. Да, тортик, тортик похавать. Тортик? Ну, а можно тортик? Ну, сделаем чуть мил. Тортик поедим там. Мама о, картошку пожарит, да? Да, мама картошку пожарит. Бо. Я вам не хочу показать хорошую погоду. Я хочу вам показать депрессию Саймона. Это он улыбается специально. Саймон попросил включить Максим, чтобы компенсировать свою депрессию. Доброе утро. Мы в зал. Блин, вообще снаколюсь. Хочется. Ну что, готов тренироваться, а? Тренер Каптер. Слышь, можешь телефон не трогать мой, а? Сегодня качал плечи. Пожалуйста. Забился. А в целом аппетита все нет и нет. Нет той, которая будет вкусно готовить.